смотри, мы рассматриваем Турцию, только рассматриваем Турцию не в контексте событий, которые произошли в Турции. Мы рассматриваем в контексте вот общего сценария игры, в которой там по воле глобальных элит играют два субъекта. Это США с Европой и Великобритания с Россией. Почему вот я подготовил анализ непосредственно там Россия, назвал его Россия больше, да, потому что если рассматривать процессы, которые происходят в Турции исключительно с позиции этой страны, то многое непонятно. То есть вот взорвали, постреляли, переворот попытались сделать, но и что? И что из этого? Что понятно? Куда идет вектор общей цели глобальных элит? Тоже непонятно. Сейчас попытаемся вот, причем события, которые произошли в ближайшие, в предыдущие две недели, они очень важные с позиции глобального управления. И Валерий Викторович Пякин об этом говорил. Ну, так, значит, погнали. Вот управление как наука вообще выходит за рамки законов и государств. То есть вот я хочу привести сразу пример, там, к примеру, транснациональные элиты. Вот им же не важно, в каком государстве они находятся. Они, по сути дела, могут приезжать в любое государство, могут приехать в Турцию, изучить законы турецкого правительства, которые там отчасти им написаны. И управлять таким образом, чтобы все интересы, которые нужны для их цели, они выполнялись, несмотря там на какие-то там принципы важные, там запреты в турецком правительстве, в турецком законодательстве. Также мы берем Россию, да, то есть вот приехала транснациональная структура, изучила законодательство России и, обладая высоким качеством управления, она может маневрировать в этом законодательстве, не меняя его, исполняя свои там, ну, условно, гадкие цели. Угу. Сплошь и рядом. Еще при Советском Союзе, при суверенном рубле это все было. Да, то есть вот мы обозначили, что управление выходит за рамки законов и государств по причине того, что более внимательный человек, он может уже это обнаружить. Транснациональная компания работает на сегодняшний день в любой стране мира, при любом законодательстве, при любой базе, при любых судных процентах, при, вот смотри, может же Путин на сегодняшний день, исходя из вот этих вот всех процессов, которые ему мешают работать, может же он грамотно маневрировать работы на интересы страны? Может же ведь, ему же не надо менять это все. То есть он качественный управленец, вот мы так и называем. Тот, кто сегодня требует там чего-то изменить, для того, чтобы чего-то начать, он просто не обладает в достаточной мере теорией управления. Либо в темную исполняет для того, чтобы затруднить что-то делать нашим. Ну, в темную ты имеешь в виду, не понимая, делает злое дело. Конца, так, да. Ну, называется благонамеренный идиот. Да, вот тоже изменить конституцию во что бы то ни стало, дать полномочия. Это же из этой оперы. Вот смотри, значит, рассматриваем там, выявляем фактор давления среды вообще в мире. То есть вот сама глобальная система мироустройства, она уже подошла к своему концу. То есть причин много. Это, во-первых, надвигающаяся глобализация. То есть европарламенты, евродепутаты, жирные, неповоротливые страны, которые на сегодняшний день постоянными запретами для своего населения довели эти страны до того, что там уже невозможно управлять эффективно. Вот транснациональная элита, она все равно же использует законодательство какой-то страны, да, но использует в какой-то мере. И вот Европа сегодня пришла к тому, что все уже очень неэффективно. То есть время наступило такое, да, вот смена частот временных наступила такая, что вот само устройство, особенно еврозоны, оно не позволяет на сегодняшний день грамотно маневрировать транснациональным и качественно маневрировать, оперативно маневрировать, решать там какие-то глобальные проблемы. Мы сейчас коснемся этих вопросов, я просто хочу подготовить. Вот потом большие долги США и Европы, которые тоже мешают это делать, нужен постоянный ресурс. Взять сегодня этот ресурс негде. То есть все, страны, они обречены постоянно вот, конкурировать друг с другом. Будет все больше возникать вопросов выйти из этой системы.
любая страна на сегодняшний день, она обречена быть заложником этой системы еврозоны. Она в любом случае будет пытаться от нее выйти, чтобы освободить, снять вот эти оковы, чтобы как-то грамотно там поуправлять, попытаться в новом мироустройстве, которое надвигается, чтобы занять какое-то место под солнцем. Ну и, конечно же, еще один из факторов среды большой – это попытки возглавить новое жизнеустройство, подмять все под себя, либо хотя бы занять какое-то место под солнцем. Ну, я понимаю так, вот если я переведу на свой там журналистский язык, да, то однополярный условно мир, когда в одном центре концентрируются и ростовщики, и менялы, и операционщики, и фарисеи, и садуки, и есеи, да, а сейчас мир должен рассредоточиться, сделать несколько валютных зон и возглавить хотя бы часть мира, но при этом нарушить однополярный мир. И вот этот крен, он идет в этом направлении. Да, и они идут в этом направлении, создавая параллельные структуры. Угу. То есть, видишь, на сегодняшний день мы пришли к тому, что поменять систему управления в России. Вот представь себе, Турция, 80 миллионов страна. А сколько у него тысяч арестованных на сегодняшний день? Ну, порядка 10 тысяч, если в общей сложности, арестованных, отстраненных от управления. Это же какой кризис вообще, да, управленческий, да. То есть что получилось? Да, он почистил кадры, но в то же время он создал такой кризис, который вот просто не вписывается в общий ход вещей. То есть он на сегодняшний день обрезал себе те механизмы управления, при помощи которых он, маневрируя, мог бы как транснациональная компания чего-то еще сделать в уходящем поезде. Почему поезд тронулся, мы сейчас вот поймем это тоже, чуть-чуть попозже сейчас. Теперь вот исходя из того, что мы выявили фактор давления среды, то есть мы выявляем теперь вектор целей. Что надо сделать для того, чтобы качественно управлять? Надо выйти из этой системы, во-первых, правильно? То есть надо из предыдущих проектов все вывести капиталы, ресурсы, активы, освободиться от этих оков законодательных, долговых обязательств там и так далее, да? Выйдя из системы, надо сосредоточиться на важных пунктах и возглавить системы, процессы глобализации. Еще один немаловажный факт. Надо скрыть свои планы от общественности, создать условия эмоций, страха, помешать другим или там перестроить эту систему мироустройства под свои интересы. Угу. Ну, при Brexit в чистом виде говорили одно, затянуть своих конкурентов в тяжело решаемые или вообще нерешаемые, учитывая те тенденции, которые сформированы в старом мироустройстве, вопросы. И все. Ну, то есть мы не рассматриваем концепцию управления, мы не рассматриваем там организацию целесообразных там управляющих структур. Это все уже более глобальные вещи. Мы на сегодняшний день просто обрисовали картину. На сегодняшний день есть две управленческих структуры. Это США с еврозоной, которая там пытается создать нацизм, там Четвертый Рейх, и Великобритания с Россией. В этой связке они работают, несмотря на то, что это два непримиримых там конкурента, вообще элиты Великобритании и кремлевские структуры. Угу. Сейчас происходит тактическое объединение? Происходит, но оно было всегда, в принципе, структуры всегда взаимоприкасались, всегда какие-то, если интересы, попутно шли они. И вот, если мы рассмотрим глобальное управление, исходя из этих вот двух концепций, то мы видим, что планы США, они, по сути дела, были примерно следующие. Хаос и гражданская война в Европе. Далее приведение остатка граждан к нацизму, либо исламизация их. И остатки европейцев, украинцев и прочих должны были стравить с Россией. То есть вот примерно таким вот образом должны были управлять американцы. Значит, теперь планы Англии. Это хаос, гражданская война в Европе, беженцы, введение войск ООН. В этих войсках должны были находиться в основном голубые каски России и Китая. То есть и разделение Европы между двумя структурами, Россия и Китай. То есть зоны контроля. Для того, чтобы остановить конфликты в Европе, вот эти две страны, они должны будут обеспечить там какие-то порядки. И Россия, и Китай.
По данным средств массовой информации, Китай активно скупает аэропорты, стратегически важные объекты в Европе. То есть это аэропорт Испании, который на сегодняшний день заброшенный. Там в него вложили порядка более миллиарда долларов. Китай его купил за 10 тысяч евро всего лишь. То есть там сумасшедшая полоса, 4 тысячи метров, 60 длиной, там для военных, для всех, для самолетов. Там, в общем, любой тоннаж самолет может там садиться. Давайте вернемся все-таки к США. Полностью подмяты главные отрасли государства России. Себя созданы абсолютно все структуры для того, чтобы подчинить себе Россию. То есть это и патриотические структуры, которые сегодня активно призывают к войне. Давайте введем войска, Путин, введи войска, там под разными лозунгами на Украину. Значит, это и структуры в Центральном банке России, это структуры в общественных организациях, несмотря на то, что там это и ЖЭКи, и энергетические компании и так далее. То есть везде сидят какие-то люди, которые перепочены через какие-либо компании в одну в один центр управления. Это вот американцы работают в России? Это американцы вместе с европейцами работают в России через свою кадровую базу. Совершенно верно. Значит, планы Англии. Вот почему Англия до определенного времени нигде не появлялась, нигде не фигурировала. И вот единственное, это напомнило о себе, там, ну, в плане имеется в виду широкому количеству интересующихся, это первым референдумом в Шотландии. Потом Brexit случился, референдум Англии. А до этого Великобритания сидела там, ну, в тени, абсолютно нигде не появлялась. Британские элиты выводили капиталы из Англии, то есть понимая, что на сегодняшний день система пришла к своему концу существования, британские элиты выводили капиталы. Капиталы выводили в Китай, Новую Зеландию, Австралию, Россию, Сингапур, Филиппины, вот все туда, в общем, в ту сторону. Ну и, естественно, там большая часть в Шотландию. То есть Шотландию они оставляют как остров, куда будут выходить? Я думаю, что Шотландия в ближайшие несколько, там, вот при следующем референдуме, когда они его назначат, она выйдет из состава еврозоны, и случится так, что там окажутся все основные капиталы, допустим, семьи Виндзоров, то есть, ну, королевской семьи британской, окажутся основные капиталы в Шотландии. Так сколько той Шотландии? Это же рядом, 200 километров. Обратите внимание, да, что Brexit, вот Brexit сам для Великобритании оказался не концом. Все думают, вот все, проиграли, сейчас вот там в Британии будет кризис. Нет, ничего подобного. То есть транснациональные элиты, они не причисляют себя никаким государством. Вот таким вот образом они освободили себе руки. То есть Великобритания выходит. То есть там тоже геополитическая игра очень интересная. Великобритания Brexit там заморозила. Принятие решения по трансатлантическому договору с Европой, США. Причем заморозила она его тем, что в течение 2 лет она может, имеет право провести второй референдум, все-таки повторный, по поводу выхода Британии вообще из еврозоны. И вот до вот этого референдума, который может быть, может не быть, там, не важно, может ничего изменить. Трансатлантический договор до этого времени не будет подписан США. То есть, а это, по некоторым данным, ну, от года до 2 лет. Экономика США, она уже пришла, все, вот к тупику. То есть на сегодняшний день уже ресурсы на национальной почве в США, и экономические проблемы вообще в еврозоне и так далее, приходят к тому, что все, система лопнула. Она не лопается, она не на грани, она уже лопнула, эта система. И Brexit, он ее, по сути дела, спровоцировал. И будет провоцировать еще больше и больше. Причина в том, что британцы не хотят, чтобы американские элиты возглавили вот этот вот новый уклад, новый, вы помните, да, новый мировой порядок. Новую сорду. Brexit для Великобритании – это начало нового пути. То есть многие думают, что она проиграла, Англия. Многие думают, что сейчас там рухнет ее экономика. Банк Англии, он поддержал при общем спаде, вот когда произошел сам Brexit, провалилась вся система европейская. Провалилась там порядка, по-моему, около 30%. То есть просели все абсолютно банки еврозоны. То есть сумасшедшие деньги. В Великобритании не понравилось то, что США
хочет, вот уже, видимо, там какие-то подошли процессы, создать четвертый рейх в Европе. То есть британцы, у них хорошая, наверное, историческая память, они натерпелись достаточно много. Поэтому вот в глобальную игру вышел тот игрок, который постоянно был в тени. Это Британия. Чего ожидать? То, что... Ну вот уже первое, да, там мы, к примеру, подошли к тому, что такой шаг привел к спаду внешней активности США. То есть вы обратите внимание, все сразу же, мгновенно референдум в Шотландии спровоцировал там поездки Керри, значит, там уступки по Сирии, значит, Турция. Турции засветили всю базу военных США. Угу. Ну, а американская агентура внутри... Американская агентура либо слила, либо кто-то слил эти данные. Ну, там уже идет информация, что российские спецслужбы поучаствовали. Но в любом случае слив произошел благодаря, скорее всего, Великобритании. Ну, честно, вот так, как это появилось, мне похоже, что это операция прикрытия. Ну, типа на русских повесили, что они спасли Эрдогана. Но у меня такое чувство, что Россия туда и не лезла. Россия только подыграла по просьбе кого-то, да, давайте откроем там трафик туристов. Да ладно, да, помидоры уже не вспоминаем. Хорошо, это вот какой-то договорничок, но так, чтобы наши военные туда лезли, мне кажется, это прям перебор. Там, по-моему, все обошлось с англичанами, европейцами. Да, там однозначно приложила руку английская разведка, однозначно у них там есть рычаги давления, то есть вот само по поведению турецких, вот турецкой армии, говорит о том, что они были врасплох застигнуты, что бессвязная стрельба на улице, без четких целей, лишены центра управления абсолютно, то есть военные там просто так уже отдавали в руки автоматы, там, ну, в общем, все понятно, что это была, конечно, это не инсценировка, это пресечение государственного переворота. Ну, провоцирование его, чтобы они проявились, а потом его пресечение. И вот смотри, что еще интересно, провоцирование, пресечение, совершенно верно, и пострадала в большей степени светская часть, то есть та часть военных, которая была в плотной связке с еврозоной, которая гарантировала демократию, которая хотела объединиться с Европой, которая поддерживала создание в Европе четвертого рейха, которая поддерживала все вот эти европейские интеграции, которая сбила самолет для вовлечения войны, для вовлечения России в войну с Турцией, которая всячески провоцировала, создавала условия для того, чтобы Россия начала воевать. Да? Россия ждала Брексита. Вот Брекзит на сегодняшний день, вот ящик Пандоры. То есть вышел новый игрок, который сейчас при помощи своих конкретных умелых действий спровоцирует полностью всю Европу. Он спровоцирует там экономический кризис сумасшедший. Он спровоцировал там управленческий хаос такой, что там люди просто разочарованы, они не знают, что им делать в Европе. Плюс Турция, она на сегодняшний день находится под тремя векторами управления. То есть это американцы, это англичане и это армия Турции, которая не уничтожена до сих пор. То есть там 14 кораблей ищут, пропасть не могли. Там, понимаешь, это свободная структура, которую подставили все. То есть она на сегодняшний день самостоятельная, и ждать от нее там можно чего угодно, от этой структуры. Турецкие военные умеют воевать. Вот эта стабилизация, я у Пекина когда спрашивал, стабилизация Турции... Это ж, ну, действительно англичане. Англичане – это венецианцы, глобальное, крыло глобального предиктора – венецианское. Не генуэзское наше, евразийское, а венецианцы, да? То есть исторически на Турцию англичане имеют большое влияние, поскольку они Турцию учреждали по-хорошему. Получается, что вот эта игра, при которой Россия просто подыграла. Хорошо, если вы извинились, мы вам возвращаем туристов. На словах. Туристы ж не поедут в войну. То есть мы там на что-то ответили, но на самом деле англичане, как и 100 лет назад, как при Николае I, при Александре II, они ни в коем случае не хотят России отдать проливы. Если Турция развалится, кто будет проливами управлять? А вот обратим внимание, хотят либо не хотят, они на сегодняшний день идут в связке с Россией. То есть в любом случае они, вот знаешь, как в футболе, значит, есть определенная жеребьевка, есть группы. Вот сегодня Англия с Россией играет в одной группе. Конечно, там по дальнейшим действиям непонятно, какая будет вторая, там, третья, пятая жеребьевка. То есть матч Англия-Россия 1-1? Это...
Да, это, конечно, ничего просто так, тем более в футбольной матрице не бывает. И вот, значит, смотри, да, получается, что военные... Матрица не просто так. Еще такая интересная фраза. Армия на 90% проголосовала за выход Великобритании из ЕС по причине того, что военные не хотят далее участвовать в войнах, проводимых и навязанных США. То есть заявление достаточно серьезное, да? То есть это не хочет участвовать армия в навязанных войнах США. Я вообще думаю, что вот с этого момента вообще классификация глобальных элит на атлантистов, евразийцев уже заканчивает свое существование. Есть кланы глобальные американские, есть кланы очень глобальные английские, есть кланы европейские, есть кланы израильские. И это все совершенно по-другому переплетается. И вот это атлантическое крыло, евразийское крыло, мне кажется, уже... Очень интересный вопрос, и он очень сложный для того, чтобы на него ответить. По причине того, что сама глобальная элита, вот как костяк 22 Иерофанта, она сокрыта на сегодняшний день от изучения. Ну да, они больше слухов, чем... Мы никогда не... Мы можем там, допустим, когда еще структура была во времена Древнего Египта, когда она была открыта, мы можем там разобрать, что было там Мемфис и Фивы, значит, по 11 жрецов рассоединились по двум столицам по причине того, что нельзя было находить вместе, возможно, там уничтожение было. Ну, то есть, вот это управление у них было отлажено тогда, там, так. Как на сегодняшний день на них влияет фактор среды и как они участвуют в этих процессах управления сегодня, конечно, вопрос сложный. То есть, ну, теоретически тандемная деятельность не должна прекращаться. То есть, и вот даже сейчас на этом уровне игры мы видим двух игроков, вот в большей степени. Это американские элиты и английские элиты. Все остальное связки там, да. Китай с Россией играет с англичанами. Европа играет с американцами. Ну, примерно вот так вот. Вот он основной расклад сил. Если подвести итог по Британии, да, там мы увидим, что ресурсы у британцев есть. Там 250 миллиардов фунтов стерлингов выделил Банк Англии для поддержки британских банков вот на этот провис в момент Брексита. Буквально сегодня либо вчера Меркель встречалась с новым премьер-министром Великобритании. Она сказала, что Британия сама решит, значит, как она будет взаимодействовать с Германией. Это какой прогиб такой серьезный, да? То есть мы прекрасно понимаем, что вы затеяли, что вы начинаете играть новую игру по созданию нового мирового порядка. И в этой игре мы проиграли, поэтому решайте нашу судьбу сами, но только уж там, пожалуйста, не так ее так прям сильно там... Не пинайте нас. Не пинайте, да. Британцы вышли из... Британские элиты вышли из системы. Есть ресурсы. Есть ресурсы для создания новой системы. Есть ресурс монархический. И вот, к примеру, королева напомнила о себе в свеженьком интервью о том, что она... Монархия ее является... Она распространяется на 16 государств. То есть, по сути дела, британские элиты, они вот уже со старта, выходя в новый мировой уклад, они берут под контроль 16 государств. Вот британская семья на полном праве уже распоряжается этими государствами. Канада, Соединенные Штаты. Без долгов европейских, без вот этих вот, без неповоротливых европейских машин бюрократических, без согласований. Вот игра перешла совершенно на другой уровень. Теперь вот можем поговорить по Турции, да, там, то, что это не инсценировка, а то, что эти конфликты, ну, это понятно, то, что конфликты эти не заканчиваются, идут постоянные бои, там, вот, даже Михеев же вот постоянно утвердит, что воюют 9 провинций, до сих пор идет война, то есть там, сейчас. Как ее там разрулят, непонятно, они сообщают, что вот, мы уже там успокоились, мы уже, значит, взяли под контроль, но на самом деле все очень серьезно. То есть это не инсценировка. Была бы инсценировка, уже давным-давно бы всех повесили, там все бы успокоилось и так далее, но нет. Вот. И еще раз хочу напомнить, что очень похоже на то, что США и компания слили свою кадровую базу в Турции под давлением глобальных элит Великобритании, которые вышли. Ну, слили не в смысле специально слили, а вынуждены были или не смогли сохранить? Ну вот тут вот очень сложный вопрос. То есть, ну,
Либо слили американцы, сколько раз они так уже, в принципе, делали, игроки нечестные. Либо произошло воровство. Вот, допустим, сегодня человек с постом, высокопоставленный чиновник британской обороны, сказал, что как только там в НАТО принимаются какие-то решения, через полчаса информацию уже знает Путин. Это его официальные слова. То есть вот на секундочку, да, объем. Переворот готовился силами США, но мятежники, узнав о предательстве и оглашении всех их планов проведения переворота из-за спешки, из-за отсутствия центра управления, они просто замялись. У них ничего не получилось, они не успели. Ну, собственно говоря, так и хотели глобальные элиты. Значит, смотри, по России. Британия и США, вот элиты этих страновые элиты этих стран, они будут на сегодняшний день по многим причинам, которые мы озвучили в том числе выше, поглощать экономики стран Евросоюза и Турции. То есть мы же, вот Россия, да, она смогла за время подготовки к этим процессам, вот Brexit положил начало новой игре, абсолютно новой игре на планете нашей. Начинается абсолютно новая эра, в которой будет требоваться абсолютно другое управление. Качество управления вырастет очень. Вот мы успели до этого времени создать структуры, которые станут основанием для будущего в нашей стране. Это там БРИКС. Мы, по сути дела, повлияли на создание и вошли в ШОС. Наша армия устояла при попытках втягивания ее в конфликты на Украине, в Армении, Азербайджане и Турции. Если бы горячие головы патриотические втянули нас в конфликт на Украине, тогда по плану США Россия неизбежно воевала бы с Европой на территории Украины. Это, для этого уже было все готово. Мы заняли бы место Турции, нас бы начали делить, взрывать, отключать воду, свет. Ну, то есть, вот кадровая база США, которая была подготовлена для этих целей, она на самом деле глобальная в России, если мы будем брать... Фактически мы были протекторат Клинтона. Я имею в виду, что подмяты полностью все отрасли. Даже несмотря на то, что они не имеют отношения к каким-то боевым действиям, там, энергетические компании для того, чтобы посеять хаос, там в любом случае есть какие-то люди, которых надо убирать. То есть олигархат, вот он, по сути дела, в любом случае подвязан через какие-то структуры, через какие-то компании в один центр управления, как мы уже говорили. И если бы, смотри, когда какая-то патриотическая структура поднимает руку и говорит, мы должны, значит, спасти наших братьев, понятное дело, что должны. Но тем не менее, мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим касательно глобального процесса, который происходит в мире. Мы должны спасти людей, вот, допустим, на Донбассе. Но говорит это не один человек, это говорит целая система, которая внимательно наблюдает за действиями команды президента. То есть вот выступил один патриотический человек и сказал, надо сделать вот так, надо напасть, нечего думать. Порвать, войти всех, значит, навести порядок и так далее. А структуры, которые переподчинены через различные страновые, через олигархат, они ждут этого момента и готовы были сжать кольца в России, как удав. Вот Путин это понимал. И он понимал это давно. И по сути дела, его соглашение с глобальным предиктором, они и послужили для того, чтобы у России был шанс. То есть России бы было очень тяжело, если бы нас не поддерживали глобальные элиты. Правила МОКа позволяют перед голосованием встречаться с членами Международного олимпийского комитета. Я с очень многими членами МОКа лично разговаривал. И должен вам сказать, что, вы знаете, я сейчас прямо сейчас вспомнил одну очень важную вещь. Очень важную вещь, которая для меня была очень чувствительной. Но я когда говорил о том, какие здесь возможности, какие здесь уникальные природные условия, говорил о наших финансовых возможностях, о нашей решимости, о поддержке народа, это все было важно. Но ответ нескольких, ни одного, нескольких моих собеседников был для меня особенно чувствительным и важным. Знаете,
дословно это прозвучало так. Они выслушали все, а потом сказали: мы поддержим сегодняшнюю Россию. Мы хотим ее поддержать. Нам нужна такая страна. И глобальный предиктор Россию поддержал. И на сегодняшний день он ее поддерживает. И вот помнишь, да, когда Путин сказал, что если драка неизбежна, надо бить первым. Вот Сирия, по сути дела, это и являлось тем, что мы нарушили планы страновых элит США. То есть, по идее, конфликт должен был пойти Сирия, Азербайджан, Армения. И вот должны были все эти исламисты, они должны были зайти в Россию, должен был начаться хаос при помощи структур внутри России, элиты подтянулись бы там, ну и так далее. Все это Пякин вот очень хорошо рассказывает, что нас бы сдали, разорвали бы на части, скрутили бы в бараний рог. Но мы устояли. Вот что важно понимать, там не стоит обольщаться по поводу этого, потому что Brexit — это только начало пути. И качественное управление в России, оно только начинает, вот мы очень будем нуждаться в качественных управленцах. В большом количестве? В очень большом количестве. Вот обратите внимание, 80 миллионов на сегодняшний день в Турции, порядка 10 тысяч человек убрано. То есть те, кто будут, по мнению Эрдогана, мешать ему сделать страну исламской. Это очень много для такой страны. То есть это фактически управленческий коллапс. Считай, в два раза больше. То есть, ну, не в два, а в полтора, но да. Нам надо где-то взять еще больше управленцев. Да, это речь идет о 1015 человек надо. Вы не положь. Да. Поэтому вот он и создает параллельные структуры. Вот обрати внимание, он не создает новые структуры в плане... Тех арестовал, всех убрал, и страна осталась вот просто там бизнес, некому контролировать и так далее. Да? То есть он создает параллельные структуры, которые на сегодняшний день должны будут просто перетянуть управление. Вот. А внутри страны это какие? МГБ, Нацгвардия. Ну да, силовой блок. Да. Ну, в принципе, силовой блок, на него вообще все опирается. В данном контексте на него опирается вообще все. То есть, ну да, любые исламисты на границе – это все равно силовой блок, прежде всего. Можно смело дальше говорить о том, что эту часть битвы США проиграли. По причине того, что команда президента оказалась эффективнее. Они не успели вот нас втянуть в битву, не успели нас экономически задавить. Все дальше уже игра перешла абсолютно на другой уровень. Она уже будет на сегодняшний день рушить все структуры, которые до этого использовались. То есть вот, по-русски это чистки внутри России. То есть все, что было американской агентурой, по примеру Турции, сейчас начнет потихонечку зачищаться. И август, наверное, начнет это. Я думаю, что вот в такой степени он не будет этого делать, потому что это тоже хаос и неразбериха. Все-таки я думаю, что он идет по пути параллельного создания команд, параллельного создания каких-то структур, которые постепенно должны будут управление. Слишком большая ценность Россия предоставляет. И для глобальных элит тоже, для того, чтобы ее пустить по сценарию Турции. Слишком большая ценность. Это страна, уже же понятно, что страна – гарантия безопасности, что страна – гарантия стабильности. Для всего мира. Для всего мира. У нас, обрати внимание, нет терактов. У нас ФСБ справляется с этими вопросами очень быстро, обладает информацией какой-то определенной, которая успевает не бегать уже, там, считать, сколько жертв, а пресекать их, предотвращать. То есть это вот настоящая работа спецслужбы – предотвращать, пресекать попытки проведения вот этих всех террористических актов, катаклизмов и так далее. И ФСБ очень успешно с этим справляется. Не просто так. Ну да. Вот интересно, либеральные элиты вообще понимают, что произошло вот вообще в мире, в России? То есть вот они должны были пойти по сценарию Турции. Но команда президента переиграла полностью. На сегодняшний день. На сегодняшний день им спасли жизнь. И Европу, да, им просто спасли жизнь. То есть замес был бы такой, чтобы сейчас бы они бы точно так же, как в Турции, пошли бы на кичу. В контексте этих событий жители Донбасса и Луганска, они, на мой взгляд, совершили беспрецедентный поступок. То есть они именно защитили на сегодняшний день Россию. И еще когда-то этому придастся определенная мера вознаграждения тому, кто там воюет, тому, кто защищает интересы страны. И не только России, и Украины тоже. У меня вот историю я сегодня услышал, да? В одном крымском городе
Общественный совет решал вопрос. Ну, есть аллея славы, да? В каждом городе есть аллея славы, и там чествуют ветеранов, которые там проливали кровь за эту землю, да? И вдруг в общественном совете появляется человек, который не крымчанин, который пришедший, да? И он говорит, а давайте приравняем людей, которые получали советские награды за бои здесь, с наградами антигитлеровской коалиции. И там какой-то крест польский. И один из выходцев из этого городов, оказывается, попал в плен и воевал всю войну за Польшу в составе армии Краевой. И получается, что этот человек, этнический поляк, поднял этот вопрос, продавил его. И военком местный говорит, давайте спросим у Министерства обороны, а можно ли приравнивать, например, героя Советского Союза и вот этого, обладателя этого креста? И отправил вопрос. И в результате вот этот человек, который посажен в общественный совет, занимает какую-то позицию, да, он продавил с истерикой вот этот вопрос, который на самом деле не силовой, это не силовое ведомство, да, но было проявлено неуважение к военкому, как представителю Министерства обороны. К ответу Министерства обороны на этот юридический достаточно вопрос. И общественным советом было принято решение, что и люди, проливавшие кровь за эту землю, непосредственно при освобождении Крыма, и просто люди, которые проливали кровь за ту страну, которая сегодня является членом НАТО. И идеологически получается такой перекос, что у многих людей просто волосы становятся дыбом. То есть кадровая база, например, в силовых ведомствах по предотвращению терактов, это все понятно. Но такой теракт в мозгах и закладочка на такой длинный срок, и это до сих пор еще кадровая база европейская тут работает. Мама, не горюй. Конечно, она тут пропитана ей все. И в том числе и британской, и в том числе и американской. И завязано все это на обычные олигархи, на структуру олигархата, на бизнес. То есть, конечно, работают. Глобально работают по России. Причем работают на таком высочайшем уровне. На тонком, да? На очень на тонком, обратите, да. Что... Вот просто простой человек внимания не обратит. Да, простой человек внимания не обратит. Так люди, которые сидели и проголосовали за, они даже вот и не поняли, о чем речь. То есть квалификация людей. То есть такое чувство, что их курируют хорошие такие представленные люди, которые им подсказывают. И это есть здесь, в Крыму, и при этом это явная работа на Запад. Да. Еще вот в контексте этих событий, да, вот смотри, да, что интересно. Сегодня, вот специально прям сегодня записал, Надежда Савченко в прямом эфире одного из телеканалов сказала, что нам точно придется просить прощения у жителей Донбасса. То есть, а людям надо понять, вот всем, которые на сегодняшний день активно там интересуются политикой, то, что психика управляется извне при помощи различных методов. Вот. Захотят войну, будет война. Захотят, чтобы извинились, извиняться. Всего лишь надо перепечатать несколько программ в телевизоре и полгода их покрутить там в этом векторе. Да? То есть Украину сколько зомбировали? 23 года. Активно 2,5 года, да. Ну вот, обрати внимание, да, уже на каком-то эгрегориально-матричном уровне вот такие вещи проскакивают, что нам придется извиняться перед жителями Донбасса. Потому что если на сегодняшний день вещать вот эту информацию, которую мы сейчас сказали, да, то, что вот она игра за новый мировой порядок, вот она, Англия вышла из старой игры, перешла в новую, совсем на другой уровень, вывела все капиталы, активно на сегодняшний день помогает России направить конфликт через Сирию, Турцию в Европу. Ну да. Американские элиты проигрывают. Подвели войска к границам России, совершили революцию в стране славянской, на Украине. Значит, раскачали Турцию. То есть все вот шло по этому сценарию для того, чтобы сейчас Россия на два фронта воевала, с Турцией и с Украиной. Да. Еще, помнишь, еще СМИ много раз вот такие были высказывания, как будто вот чего-то ждет президент. Как будто вот что-то должно случиться, что изменит весь ход событий. И вот официально заявляю, вот это был Brexit. Вот он случился, Англия вышла в новую игру, она показала свою голову. Все, я лидер. И меня не устраивает 4-й рейх. Я хочу, чтобы там был конфликт в Европе. Я уже много денег вложила в Россию, в Китай.
значит, на сегодняшний день, да, то есть эти две страны по моей воле должны будут зайти, разделить Европу на две части для наведения порядка. Там дальше уже мы будем анализировать, что будет, вот то, что сейчас происходит. И вот он, Эрдоган, да, все, вот он тоже проиграл, он не понимает, в какую сторону ему бежать теперь. И он видит, что его сдали. Вот он заложник игры, если он сейчас не будет чего-то делать по восстановлению исламизации, его вырежут просто как свинью. Восстановление исламизации. Восстановление, да, исламизации. То есть кемалисты уходят нафиг. Ну, конечно. Ну, они уходят, но ты обрати внимание, мятежники объявили о том, что они все равно будут сопротивляться. Ну, конечно. То есть вот Турция на сегодняшний день, она перешла из грани стабильной страны в страну, в которой будет разворачиваться теперь конфликт за конфликтом, теракт за терактом. Он доведет ситуацию до того, что вот эти все зеленые флаги переберутся в Европу. Они уже там. Вот только вопрос, на каком этапе находится вот эта вот ситуация, то есть насколько глобальный предиктор разрешает сейчас проводить европейских халифат. Проект есть, проект живой, подготовка. То есть мы в любом случае мы говорим о том, что это его часть этого проекта, что сейчас Эрдоган будет это делать, но тем не менее, да, поскольку все очень сильно торопятся, да, обратите внимание, Brexit, он усилил же процесс, ускорил. Оказал сумасшедшее давление на банковскую систему. Вверг в хаос абсолютнейший. Всю европейскую экономику, и управление городами, управление страной. Что интересно сказал сегодня, вернее, 13 июля советник президента Сергей Караганов. Я даже вот прочитаю. Да? Ну, я прочитаю выдержки, которые вот говорят о том, что изменилось. Цитата. «Россия больше никогда не будет воевать на своей территории. Идея, что мы готовы начать конфронтацию, это же идиотизм». Да, вот представь, то есть управление Россией вышло совершенно на другой уровень. И уже произошел вот этот вот срыв, да, Brexit состоялся, я имею в виду. И он уже задним числом, получается, просто говорит о том, что, к примеру, мы доверяем на 0% вам, Европа. То есть вы уже проявили себя в процессах переговорных с нами так, что мы больше вам не доверяем. Все, поезд ушел, мы вас не возьмем уже никуда. Дальше. Русские прекрасные воины. Это говорит о том, что даже если бы выиграл план США и Россия пришлось защищать Украину, воевать с Европой, с НАТО, мы победили. Да. И вопрос цены. Второй вопрос, но победили. И Англия это понимала. И глобальный предиктор это понимал. И хоть бы у нас даже два фронта было, мы бы выиграли. И отчасти, вот это и тоже оказало огромное влияние на то, что мы на сегодняшний день сохранили государственность, потому что прекрасно все понимали, что мы все навешаем. И той стороне, и этой стороне. Какой ценой, это вопрос. А в чем цель состоит новой игры Британии? Ну, сокращение населения Европы, предположим, сокращение населения по всему миру. Стратегическая цель в чем? Смысл в том, вот Британия вышла для того, чтобы, обратите внимание, любая революция, да, она когда вот так она происходит, кто берет власть? Берет власть та структура, у которой все структурно, систематизировано. Вот Зазнобин недавно, я посмотрел ролик недавно интересный, где он говорит о том, что Кургинян, да, вот он уже открыто ему говорил о том, что будет хаос, и я готовлюсь в момент этого хаоса, готовлю людей, которые там придут и заявят свою претензию на власть. Но не будет хаоса. В России не будет хаоса. И вот теперь можно спросить вообще, да, вот на кого вот работают все эти структуры патриотические, которые хотели, чтобы Россия вступила в войну. Все эти призывы воевать. Получается, на американские страновые элиты. Страновые элиты США, совершенно верно. И последнее утверждение Караганова очень интересное, где встречи с НАТО более нелегитимны. Вот вдумайся вообще в это высказывание. То есть мы вам не верим, вы для нас никто. Не Россия все равно бы победила, не питайте иллюзий, и больше не надо попыток нападать. Ну, в любом случае, армия стоит, большая ее часть на границах. Украинская армия стоит на границах с Украиной. Постоянно идут боевые действия, обстрелы с Донецка. Вот еще надо решить вопрос, чего будет там. Но он, тем не менее, говорит, вы больше не легитимны. Все, уже
мир перешел вот эту черту. Brexit показал уже, что игра пошла другая. Вот вторая сторона на сегодняшний день. Хорошо. Она не успела. Заявление нового премьера Великобритании о том, что новая система ядерная Trident, что они вооружаются, что Россия для них все равно остается угрозой номер один. А вот, да, я понял уже твой вопрос. Вот смотри, какая интересная вещь. Я там выписал, и я хотел в другом коснуться вопроса. Они заявили об этом, значит, что они будут поддерживать ядерный потенциал, и они будут создавать новый ядерный щит. Я даже сейчас найду тебе, скажу, когда это произошло. 21 июля. Ну вот там вот заявления, заявления вот эти, которые касались, которые ты говоришь, они были буквально там 19-20, а 21 июля объявили о том, что британская подлодка столкнулась с торговым судном у берегов Гибралтара. То есть вот обрати внимание, как работает матрица. Мы будем развивать ядерный щит, мы будем, значит, модернизацию ядерного щита проводить. И 21 июня британская подводная лодка столкнулась с торговым судном у берегов Гибралтара. Это головная подводная лодка типа Astute ВМС Великобритании. Второй корабль Королевского флота под таким названием. Да, это, то есть, это такой щелчок британцам, что успокоились? Что, и щелчок, и матрица работает так, что это все, это просто голословные заявления клоунов, понимаешь? Вот Пякин правильно заметил, полностью согласен, он просто вот дополнил мои измышления о том, что британские элиты вышли из состава Англии. Все, вот теперь надо на кого-то повесить все вот эти вот злодеяния. А, то есть мы имеем дело с двумя Англиями. С Англией глобального уровня, которая вышла, и с Англией земного уровня, на которую сейчас будут вешаться всякие непонятки, косяки для... Ну, конечно, обратите внимание, что она говорит. Она говорит, мы вот все равно будем сейчас продолжать развивать ядерный щит, а у нее на следующий день подводная лодка врезается в торговое судно. Вот этот вот товарищ, который ее помощник, Пякин, сказал, что он в прямом смысле в предыдущее свое правление получил кличку Клоун. Ну да. Единственный человек, которого поставили они своего из элит, ну, это да, на должность министра финансов, который, по сути дела, да, это свой человек, он должен контролировать кассу, он должен контролировать движение и так далее. Ну а то, что они говорят, это показатель наоборот, вот это смешно просто. Отчасти. Совет стратегического развития при президенте определил новые цели и задачи, которые будут являться новым этапом развития России. Общие проекты в рамках БРИКС, в рамках ШОС, которые касаются новых видов топлива, единой энергетической и платежной информационной системы. Это то, чем будет заниматься Россия дальше. Несомненно, конечно же, сейчас этот вот поток всего мракобесия, которое США копил у границ, он должен пройти. И он, видишь, он зацепил немножко Армению, он зацепил немножко Азербайджан, он зацепил немножко Казахстан, он зацепил Украину. Но, тем не менее, он уйдет оттуда. Директор Центра по региональному развитию Академии народного хозяйства и Госслужбы при президенте высказал в интервью при Совете стратегическом интересную мысль. Он сказал, Путин отдает приказы таким образом, чтобы их намеренно не выполняли. То есть он создает прецедент определенный, чтобы потом спросить элиты, ребята, вот у меня есть с мая месяца 2012 года невыполненные мои указания. Раз. Дальше он сказал о том, что у России есть все для того, чтобы рвануть вперед. То есть достаточно большое количество технологий, достаточно большое количество строительства новых видов энергетики, топлива. Россия может себя обеспечить продовольствием. Но только, конечно, не в нефтегазовом секторе. И параллельно происходит развитие России. Да, вот Путин играет сегодня параллельно. Для того, чтобы систему не напрягать и качественно вывести из нее. Ну да, такое чувство, что есть две России. Есть общая Россия, где управляют старые элиты прямо на должностях. А такое чувство, что есть параллельная структура, которая суетится, с ноги иногда открывает кабинеты у этой старой элиты. Говорит, ай-яй-яй, это видно. И все равно какие-то процессы идут. А как они идут, никто не понимает.
А вот прежним курсом, сказал Андреев, Россия идет на кладбище. Вот один важный фактор. Я хотел вот дополнить то, что он сказал. Она не Россия идет на кладбище, а система рушится. Система идет на кладбище. И вот в момент обрушения после Брексита вот этой вот всей системы, которая буквально в ближайшее время должна дать какой-то сбой, вполне возможно возникнут вот эти параллельные структуры, которые возьмут на себя полностью ответственность за новую Россию. То есть вот просматривается этот сценарий пока. То есть 28-й год впереди у нас еще, то есть слом старой системы и замена ее на параллельную структуру, созданную раньше, она все равно произойдет. То есть произойдет перехват управления новыми кадрами. База готовится. Да. Готовится очень серьезно. Обратите внимание, спровоцировано ФСБ для того, чтобы выявить либеральный клан, спровоцирована армия, несколько генералов уволены, арестованы для того, чтобы они не расшатывали тот процесс, который на сегодняшний день проводит российская армия. Ну да, Балтийский флот, это Балтийский так, маркер. Флот. Вышла статья, которая называется «Люди должны видеть меня». 23 тысячи дней Елизаветы II во главе Британской империи. То есть вот в подтверждение того, что Британия начала новую игру, в этой статье идет реклама. Она очень интересная, вот так и можете поискать в интернете. «Люди должны видеть меня». Стоит королева, выглядывает из-за двери хитрыми глазами, значит, подтверждает то, что Британия начала новую игру. И в оглавлении статьи приведены слова некого английского философа, который сказал: «Монархия является домом, который стоит выше политики». Вот как работает матрица. То есть она тому человеку, который хочет узнать, что происходит, она показывает все. Монархия – дом, который вне политики, вне государственности, вне законодательной базы этих государств. Ну, учитывая отношения королевского дома с Сити, ну, с этими товарищами, ну, так оно и есть. Это надстрановой уровень управления. То есть, в любом случае, вне политики, над политикой.